Здравствуйте! Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас знаменательный день. Я приехал на площадку садового центра Европлант посмотреть, как готовится площадка к открытию. И сегодня с нами Валентина Шведова, директор по продажам садового центра Европлант. Она расскажет нам о всех новинках, растениях, которые приехали на площадку, уже расставлены и ждут своих посетителей. Здравствуй, Валентина! Здравствуй, Андрей! Здравствуйте, зрители! Давай начнем! Да, Валь, мы сейчас стоим в очень красивых елках. К вам пришли большие, крупные такие растения уже. И я смотрю, вообще на площадке очень много хвойных. Они у нас ультрамодные, современные последние несколько лет. И я смотрю, вы основательно ими запаслись. Расскажи, какой ассортимент вообще пришел? Ну, хвойных ты видишь, потому что у нас сейчас идет сезон выкопки. Соответственно, мы должны привезти как можно больше в этот период времени, в этом сезоне, да, хвойных. Вот. Ну и, соответственно, как бы ассортимент обычный. Это ели колючие, ели сербские, сосны крючковатые, ели сортовые колючие, допустим, глаука глобоза сорт. Но это мы все покажем, все расскажем. К нам приехали замечательные сербские елочки вот из Венгрии такие, и замечательная колючая ель Эдит. В этом году мы снова продолжили работать с венгерскими поставщиками, потому что качество их материала очень сильно отличается от всех остальных. Вот. Ну, собственно, вы это, наверное, и видите, да, сербские елочки жирные, очень хорошо сформированные, ну и колючие тоже. А все пришло в таких больших кондициях или есть что-то маленькое? Венгерский материал – это в основном крупные растения, но есть растения с комом, просто карлики, то есть которые растут медленно, но они при этом с комом и уже практически тоже взрослые. Их мы тоже посмотрим. Какие-то новиночки есть? Новинки. Вот, ну, назвать их новинками очень сложно пока. Еще все-таки это первая поставка, и новинок не так много. Сорта не новые, просто давно не было у нас в продаже в садовом центре этих сортов. Всем очень нравятся пендулы. Я видел, что они к вам тоже пришли. В этом сезоне у нас продажи будут ель сербская Амурика пендула, которая, и ель сербская пендула Брюнс. Они немножко друг от друга отличаются, но в принципе для обычного покупателя розничного разница не будет существенно заметна. Но взрослые растения действительно имеют отличия. У пендулы Брюнс более узкая форма кроны. В первой поставке у нас из горных сосен, вернее, не так много сосен, да, видов и сортов. Вот, но приехала сосна крючковатая нана, это разновидность сосны горной, и сосна горная пумилио. Не совсем карлик, но очень компактный и красивый сорт. Что с туями? Сейчас у нас есть только несколько сортов. Это сорт Брабант, всеми известный и любимый, вот, потому что Брабант – это основная туя для живых изгородей. Вот, есть смарагды разных размеров, самая изумрудная, самая красивая туя. И есть Голден Брабант. Голден Брабант – это желтенький Брабант. Вот, контейнерный, очень, очень хорошая туя. Я видел еще много, пришло можжевельников всяких. Да, можжевельники – это наше специальное предложение на этот сезон. Можжевельники в 3-литровых контейнерах будут у нас по очень привлекательной цене, которую мы озвучим чуть-чуть попозже. Вот, но можжевельники есть различных видов. Есть горизонтальные, есть казацкие, есть средние, есть китайские. То есть полный практически ассортимент по можжевельникам. Прекрасно. И мы, я так понимаю, ждем в ближайшее время еще какие-то поставки. Да, на следующей неделе у нас ожидается еще 2 поставки. И мы надеемся на то, что все-таки сезон только начинается, и поставок будет много, и ассортимент будет увеличиваться, расширяться. И мы ждем вас к нам в гости на площадку торговую садового центра «Европлант». Валя, расскажи мне, вот что по каким-то экзотическим хвойным, потому что нас часто спрашивают про цуги, псевдоцуги, что-то такое интересное ожидается? У нас обязательно всегда есть в ассортименте растения для тенистых мест, скажем так. Это цуги, это тисы и микробиота. Мы всегда стараемся привести их, держим их всегда в ассортименте, потому что, во-первых, растения очень интересные, редкие достаточно. Микробиоту мы обязательно хотим посмотреть, очень интересное растение, мы про него много снимали, которое меняет на зиму окраску. Я посмотрел, что там еще как раз идет переход, что как раз она меняет окраску хвои с такой вот бронзовой на зеленую.
как раз можно, по-моему, увидеть. Ну, микробиота уже сейчас практически поменяла окраску. Это вы, наверное, видели можжевельник горизонтальный эндорокомпакта. Вот у него еще медная окраска сохранилась, и она еще где-то недели две будет постепенно вот так меняться. Вот. А микробиота у нас уже зелененькая, очень нарядненькая, и мы ее обязательно тоже посмотрим. Вот. А цуга канадская, очень интересное растение, которое тоже нужно обязательно показать нашим зрителям. И тисы хили, я думаю, что тоже нужно уделить им внимание, потому что это великолепное растение и для изгороди, и для тенистых мест. Нас интересует зимостойкость этих растений, потому что у нас 4-5 зона, и поскольку материал приходит из Европы, всегда есть вопрос, как он у нас будет выживать зимой. Мы 20 лет на рынке занимаемся всегда. В течение 20 лет мы привозили европейские растения и сами их высаживали на своих участках, на участках заказчиков. Все великолепно растет, все проверено. Мы не возим те сорта, которые и виды, которые у нас для нашей зоны не подходят. Но даже если у нас и бывают какие-то растения, мы всегда предупреждаем, что это коллекционное растение. И оно зимует либо с укрытием, либо высаживается в оранжереи в зимние сады. Валь, ну давай пойдем еще посмотрим, там пришли растения с цветочками. Я видел у вас цветущий миндаль. Очень хочется посмотреть на цветы и на те кустики, которые у вас пришли, уже декоративно цветущие, уже буквально зацветающие. Миндаль посмотрим. Обязательно нужно посмотреть, и много чего интересного еще мы увидим по пути, вот, и расскажем об этом. Мы подошли к миндалю степному, посмотрите, какое это замечательное цветущее растение. Но это не совсем свойственно эти сроки цветения для нашего региона. Все-таки у нас он зацветет ближе к концу апреля, начало мая. Вот. Но это великолепный заменитель сакуры в нашем регионе. То есть он зимует, вырастает достаточно большим пушистым кустиком и цветет вот такими замечательными розовыми цветочками. Какого максимального размера достигнет этот кустик? Миндаль степной вырастает, как правило, от 1,5 до 2 метров, вот, но его основная прелесть – это будет объемный куст. То есть он не только в высоту будет 1,5-2 метра, но и в диаметре тоже. То есть это будет шикарный пушистый куст с красивыми розовыми цветами. Главный вопрос – когда он будет зимовать? Он у нас не вымерзнет? Нет, он у нас не вымерзает. В отличие от трилоба, вот миндаля, он все-таки подходит для нашего климата и будет у нас хорошо расти. Его стригут вообще? Все кустарники стригут. Естественно, их нужно формировать. Также и миндаль после цветения можно будет сформировать. И у нас в Ленобласти он будет зацветать, наверное... Конец апреля, начало мая. Как форзиться примерно в это время? Да, получается. Примерно в эти сроки, да. Ну и, в принципе, также практически до появления листиков. И я смотрю, вы уже привезли зацветающую сирень. Сирень зацветает, но, да, у нас она тоже значительно позже будет цвести. У нас есть два сорта. Это сирень Массена и сирень Максимовича. Но надеемся, что... Не надеемся, а знаем точно, что будет много других еще сортов. И не только обыкновенные сирени, но и другие виды будут. Но об этом тоже попозже расскажем вам. А сирень Престона придет? Сирень Престона, наверное, только ближе к июню. Пока не планируется вот в следующих поставках. Но это пока первая такая у нас ласточка. Да, да. Для тех, кто уже хочет поскорее, чтобы у них в саду зацвели цветы, там, я смотрю, уже все на бутонах. Да, в следующей поставке будет сирень в контейнерах, а это все-таки материал с комом, поэтому мы стараемся привозить его раньше. Что-то из цветущих еще будет? Из цветущих обязательно будут, да и есть уже, собственно. Конечно, они сейчас не цветут, но вот привезли замечательные гортензии метельчатые, гортензия Ламлайт, гортензия Фантом и гортензия Ванилла Фрейс. Ну вот. И коллекция спирей всегда. Ну, коллекция спирей пока тоже не получилось еще привезти. На данный момент только Magic Capit есть и Gold Mount. А, ну и замечательная наша спирея серая Grief Shame. Без нее никак, потому что она тоже вот-вот зацветет. Поэтому это будет украшением любого сада и украшением нашего садового центра. Прекрасно, Валя. Еще я видел деревья. У вас пришли деревья. Я думаю, что там есть какие-то очень интересные экземпляры, которые вы раньше не возили. Давай ты нам расскажешь. Да, конечно, пойдемте. Валя, ну, я так понимаю, мы подошли к такому хиту, который у нас прибыл в первой партии. Это аналог сакуры. Да, это вишня Sargent Rancho, сорт американской селекции.
и великолепно подходит для нашей климатической зоны, можно сказать, аналог сакуры, но для нашего региона. Ну, я-то, насколько знаю, что она аж третьей зоны зимовки, то есть это дерево уже точно не вымерзет? И будет обильно цвести при этом, да. А цветет оно в какое время? Я смотрю, что оно уже успело отцвести. Ну, у нас оно, конечно, в любом случае где-то вот-вот-вот должно зацветать. То есть это середина апреля. В Венгрии потеплее, поэтому оно зацвело раньше. И уже даже успело отцвести. Мы начали сезон в этом году с поступления интересных сортов лиственных деревьев. Вот, допустим, клен «Норвежский закат». Это гибрид усеченного и платановидного клена, который взял от своих родителей, наверное, самое лучшее качество. От усеченного клена – это осенняя великолепная окраска листьев, от платановидного клена – это хорошая зимостойкость прежде всего, и устойчивость к мучной старости – это тоже, пожалуй, наверное, от усеченного. Ну, судя по названию, он будет у нас осенью красненьким. Он будет великолепно окрашиваться в пурпурные цвета. Прекрасно. А вот ольха черная, такое, в принципе, растение, мне кажется, достаточно привычное для нас. Что особенного в вашей ольхе? Наша ольха – это сорт империалис. Она совсем не похожа на ольху, но при этом у нее очень интересная графичная форма кроны. И она великолепно подойдет для городского озеленения. Береза полезная, я видел, у вас есть. У нас давно не было в продаже березы полезные. Мы в этом году привезли березу полезную. Сорт называется Long Trunk. В отличие от обычной, привычной нам березы юнджи, у Long Trunk полезной очень красивая окраска, белоснежная окраска ствола. И, ну, по листикам они тоже немножко отличаются. У Long Trunk более фактурные листва. Валя, расскажи, какие еще интересные деревья к вам пришли? Ну, могу отметить липу монгольскую Harvest Gold сорт. Она интересна, во-первых, своей формой кроны. У нее нижние побеги взрослого дерева, немного поникающие. Вот. И довольно необычный цвет и форма листьев зубчатым краем. Очень похожа на березу и золотисто-зеленым оттенком. Еще я видел какое-то интересное дерево или куст красивый с резными бордовыми листиками. Это у нас что такое? Это не дерево, это лиственный кустарник, просто штамбовая форма, бузина, черная, black lace. С очень красивым резным листом, с красивыми розовыми соцветиями, розоватыми соцветиями. И достаточно интересный кустарник для озеленения. Ну, слушай, самый главный вопрос. Будет ли как-то по ценам принципиально отличаться в этом сезоне у нас? Ну, пока сказать очень сложно, потому что все-таки у нас новые поставщики и другие кондиции растений. Вот первые поставки – это более взрослые растения. Но я думаю, что цены не очень сильно изменятся по сравнению с прошлым годом. И мы обязательно сделаем специальное предложение для наших покупателей. Как каждый год у нас будут выделены какие-то позиции растений с очень хорошими ценами и хорошего качества замечательного. Главный вопрос, когда вы открываетесь, Валь? Да, к сожалению, в этом году мы планировали открыться пораньше, ну, погода позволяла это сделать, но независящим от нас причинам наше открытие немного переносится, и вот буквально уже в ближайшие дни мы будем рады видеть наших покупателей в нашем садовом центре, ну и, конечно же, звоните нам, потому что мы всегда на связи и ответим на все ваши вопросы, которые касаются растений. Валь, спасибо большое. Ждем вас в садовом центре «Европлант». До встречи! Здравствуйте! С вами Лена Полякова, и вы смотрите «Европлант Лайф». Сегодня первый раз я буду читать по бумажке, потому что я довольно слабо владею такой канцелярской формой русского языка. Итак, я держу в руках постановление правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020 года. Это постановление номер 177 фактически разрешает работать садовым центром, таким как наш, на территории Ленинградской области. Разумеется, при условии выполнения карантинных мер, применение мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты,
увеличение кратности уборок помещений, использование входной термометрии и недопущение работников-сотрудников с симптомами ОРВИ. Я это прочитала, чтобы вы понимали, мы сделали все, что можно. Все, что написано здесь и в разных других распоряжениях, которые выходили у нас в последнее время. Ваша безопасность действительно это главное для нас. Мы будем работать, но если вы захотите купить растения дистанционно, это будет самым разумным решением. Да, это возможно. Мы принимаем оплату через интернет-банкинг прямо на наш расчетный счет. Сотрудники готовы сделать все фотографии и видео, какие вам будут необходимы. Мы все погрузим, упакуем и отправим вам на доставку. Это тоже возможно. Если вы все-таки решите приехать, конечно, мы рассчитываем, что вы тоже будете пользоваться мерами индивидуальной защиты. Ну, как минимум, вы приедете в масках. Не будете подходить близко к нашим продавцам. Ну и, в общем, мы уже открылись. Мы ждем вас. Первые две машины уже разгружены. Еще две машины в пути. Много интересного. Много специальных предложений, как обычно. Приезжайте. Я надеюсь, что ситуация скоро закончится. Берегите себя. Не болейте.